Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить все лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по запасам нефти в США от администрации аналитической информации. Этот релиз мы ждем в 14.30 по GMT. Далее в 18.00 по GMT протоколы последнего заседания Федрезерва. Это как раз то самое первое важное событие для доллара, за которым мы будем следить. Но судя по той динамике, которую мы наблюдаем по доллару, я думаю, то, что американская валюта совершенно не нуждается в дополнительных триггерах для движения, потому что текущие котировки по индексу доллара уже 101.30. Это минимальное значение со 2 января. Еще совсем немного, друзья, и будем тестировать уже минимальные отметки прошлого года. Это движение в соответствии с тем прогнозом, который ранее был определен. Мы оценили шансы действия Федрезерва с учетом той изменившейся конъюнктуры, которая очевидна сейчас в рамках американской экономики, мы осознали факт значительного ослабления инфляционного давления, увидели кучу доказательств и подтверждений сохранения дезинфляционного тренда и на основании этого спрогнозировали то, что Федрезерву придется примкнуть к действиям прочих мировых центральных банков, которые направлены на смягчение национальной монетарной политики. И эти действия как раз предполагают снижение ключевой процентной ставки, потому что, по сути, это неизбежно, это необходимо делать, поскольку совершенно нет никакой необходимости в том, чтобы удерживать ставку высокой в тех условиях, которые сложились на данный момент времени. Как я уже отметил, индекс доллара остается исключительно в нисходящем тренде. И не думаю, что так быстро мы приблизимся к психологической планке 100 пунктов, но, судя по всему, мы можем оказаться там гораздо быстрее, чем ожидалось до этого. И, может быть, это произойдет уже в рамках этой недели. После сегодняшних протоколов и на фоне ожидания пятничного выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Холле. И если вы следите за моим контентом, вы наверняка помните, что это событие нам интересно и важно. А почему? Потому что Пауэлл как раз анонсирует снижение ключевой процентной ставки, сделает конкретное заявление о том, что она будет снижена в сентябре и на самом деле может создать для нас дополнительные условия в сохранении коротких позиций, если будут комментарии и заявления относительно того, что ставка будет снижена еще в ноябре, в декабре и прям совсем повезет, если мы осознаем то, что американский регулятор вступает в новый тренд именно снижения ключевой процентной ставки, которая будет продолжаться ускоренными темпами и в 2025 году. Пока что, друзья, целевой ориентир 101 пункт. Я думаю, что, наверное, не будем сильно наглеть и ждать то, что индекс доллара провалится гораздо ниже еще до протоколов и выступления Пауэлла. Но все-таки я думаю, что горизонт именно ожидания по снижению этого актива уже определен. Поэтому следим за тем, как меняются настроения, ждем протоколы. 100% будет акцент на то, что пришло время для смены вектора денежно-кредитной политики, и потом в пятницу уже финальное подтверждение от Джерома Пауэлла. Рынок все так же с вероятностью 100% оценивает шансы на снижение ставки в сентябре. Вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов 32,5 и, соответственно, 67,5 – это вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов. Золото 2518 долларов за тройскую унцию. Опять же, трио факторов, которые поддерживают котировки. Доллар, доходность американских облигаций, низкие показатели 3,8, текущее значение. И рыночный сентимент 37% от трейдеров, то есть меньшинство остается в длинных позициях. И мы по-прежнему делаем единственно верный вывод, который можно делать в текущих условиях. Если хотите торговать плюс, нужно всегда действовать не так, как все, друзья. И не быть на одной стороне с толпой. Британская валюта против доллара 1.3025 текущей котировки. Мы уже, собственно, констатировали в ходе вчерашнего брифинга то, что пара оказалась на нашем целевом уровне. В пятницу, кстати, на симпозиуме в Джексон-Холле состоится выступление Эндрю Бейли, человек, который возглавляет британский регулятор. Очень важно будет послушать в том числе его, потому что у нас в прошлой неделе, как вы помните, очень много отчетов накопилось. Розничные продажи, данные по рынку труда,
показатели инфляции, и нам нужно систематизировать через руководство британского регулятора, как вся эта статистика будет влиять на дальнейшие действия Банка Англии, в частности, по изменению ключевой процентной ставки. Я от своей точки зрения не отказываюсь, я считаю, что Банк Англии, скорее всего, возьмет паузу и подождет до конца этого года, не будет ничего делать, например, как резервный банк Австралии. Это будет создавать идеальные условия для дальнейшего роста британской валюты. Но, как уже ранее отмечалось, мы цель по прибыли достигли. Сейчас уже лучше не распыляться на прям совсем большое количество инструментов, учитывая, что у нас впереди протоколы и выступление Джерома Пауэлла. Вернемся к фунту с какой-то более детализированной картиной и оценкой ситуации уже на следующей неделе. Евро против доллара 1.1120. Вчера вышли данные по инфляции в еврозоне. Как ожидалось, рост показателя в годовом выражении с 2.5 до 2.6%. Базовая инфляция осталась на прежнем уровне 2.9%. Я, конечно же, мог бы сейчас сказать, что рост инфляции значительно снижает вероятность того, что Европейский центральный банк продолжит смягчать экономическую политику вот на ближайших заседаниях. Это может быть и так. Но все-таки тоже вы уже наверняка понимаете, что европейская валюта активно растет, потому что активно снижается американский доллар. Это основная причина. А что касается действий Европейского центрального банка, то, на мой взгляд, да, действительно, ЕЦБ сейчас тоже может сохранить выжидательную позицию, и нет какой-то острой необходимости в том, чтобы снизить ставку в сентябре. Потому что мы видим, есть предпосылки для усиления инфляционного давления, они прежде всего связаны с устойчивой ситуацией на рынке труда и высокими показателями по заработным платам. Это то, о чем всегда говорит Кристин Лагард. И, может быть, подождать до уже, может быть, ноябрьского заседания было бы уместно. Ну, в итоге посмотрим, что решит ЕЦБ, а пока действуем по тренду и наслаждаемся идеей отработки роста пары евро-доллар через слабость американского конкурента. Австралиец против доллара 0.6745 текущей котировки. Здесь уже у пары есть должок перед нами. Это добраться до цели 0.70. Я думаю, что мы придем туда. Но стоит отметить, что пара не совсем волатильная. Очень незначительное движение даже по факту интересных и важных фундаментальных событий. Но тренд остается устойчивым. И каждую неделю мы получаем подтверждение того, что Резервный банк Австралии, скажем так, отделяется от общей элиты монетарного руководства других центральных банков с своей позиции того, что при необходимости мы готовы поднять ключевую процентную ставку. И если копать глубже, вот вникать в статистику, действительно есть для этого все основания. Это предпосылки для разгона инфляции. Сам факт того, что инфляция остается выше целевого значения, 3.8% инфляция основной из потребительских цен, базовая инфляция 3.9%. Устойчивый тоже рынок труда, рост заработной платы, рост деловой экономической активности. И даже Мишель Буллок подтвердила, что во время прошлого заседания всерьез обсуждалась возможность повышения процентной ставки уже сейчас, потому что есть все основания полагать, то, что целевой показатель по индексу потребительских цен будет достигнут только лишь в конце следующего года. Но пока Резервный банк Австралии тоже предпочел ничего не делать, но допустил возможность, что может быть дополнительное уже на одном из последующих заседаний, ну или, скажем так, один раз до конца этого года. Я думаю, что в конечном счете Резервный банк Австралии действительно может прийти к этому решению. Поэтому здесь очевидное конкурентное преимущество, о чем я говорил. И я рекомендую и предлагаю пока австралийца не трогать и держать в качестве инструмента, который мы покупаем. Доллар-иена 145.45, цель 145, это на ближайшей торговой сессии. Завтра ждем отчет по индексу потребительских цен в Японии. Рост инфляции, соответственно, приблизит нас к еще одному решению японского регулятора по повышению процентной ставки, и на этом фоне иена может неплохо окрепнуть. И рынок нефти 77 долларов за баррель по Бренту. Моя цель 75 и ниже, и факторы прежние. Это опасения за перспективы роста китайской экономики и тесно связанные с этим показателем спроса. Снижение значительного импорта нефти в Китай, нарушение странами ОПЕК плюс некоторыми квот по сокращению добычи. Есть новости по Ближнему Востоку, в частности, Израиль вроде бы как принял предложение по урегулированию конфликта, которые были
инициатором которых выступили США. Ну, посмотрим, к чему в конечном счете это приведет. Но признаю, что хороших новостей сейчас больше, чем плохих. И данные по запасам нефти, друзья, по отчету Американского института нефти, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 300 тысяч баррелей. Если сегодня рост запасов будет подтвержден и официальным ведомством, администрацией аналитической информации, то котировки могут легко протестировать отметку $75 за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!